ноги от Ивана. Нам нужен следующий шаг от волосатых приматов к неуловимейшему доказательству. Я человек. Мир давно перерос нас, так полудикими и летаем в космос. За 100 веков мы себе уяснили два полимера. Как очень происходит голова, земля покрыта слоем. Рефери внимательно сидит, следит за ситуацией. Это мусор ядовит, как нефть в океане. Смысл во фразах текуч, этого не изменить. Но солнце, как его ни назови, всегда будет светить. Не суть, против Сталина ты или за. Смеешься над новостями или давит слеза. Почитаешь Кришну или кланяешься образам. Ляжет на весы только то, что ты сделал, не сказал. Эволюция знает свою задачу. Уже появились люди, разговаривающие иначе о себе вместо словесных изрыганий в ответ. Один поступок, цветной трехмерный портрет. Нам нужен следующий шаг от волосатых приматов к неуловимейшему доказательству. Я человек. Молодой проспект, ух, хорошие два удара от Ивана Штыркова. Пошел он на добивание. И снова канаты, возможно, спасают от разгрома. Шикарное положение для Ивана Штыркова. Не дает ему опомниться американцу. Работает сверху. Попытка тейкдауна со стороны Штыркова. Удается, но не совсем. Контрит. Контрит сейчас Уоллес. В таком положении сверху он сейчас оказывается. Я вам скажу, Уоллес не подарок. Очень даже. Попытка гильотина. Но что называется опыт. Практически на кимуру сейчас руку попала соперника. Уоллес не подарок, пожалуй. Очень опасно сейчас забрал, пытается сделать кимуру. Здесь нужно подключать колени. Достает Иван руку. Хорошее сейчас положение оказывается Иван. Надо наносить удары. Надо работать, работать Штыркову. Попытка гильотина со стороны Ивана. Вам там не очень плохо. Не очень плотный захват. Все же, да, освобождает голову Родни Уоллес. Каждый из борцов. Здесь нужно заводить его. Попытаться забраться в маунт или хотя бы в хаунгард. Очень мало сегодня наносит удара сверху, Иван. Да вообще мало наносит. Хорошо так выбрасывает эти удары. Вот там рука, видишь, там вяжет руку. Правую, левую. Да, она осталась. Уоллес. Под Уоллесом. Вот здесь запрыгнуть в маунт. Вот здесь сверху нужно работать, Ваня. Вот, ах, не получилось. Но! И тут же смотрите, скорее. И вот, смотри, еще один бросок. Это второй за этот раунд. Нужно освобождать руки. Сайдком. Кто выиграет, если честно? Снова перевод в парк от Ивана. И вот это третий перевод за этот раунд. Здесь нужно работать! Нужно работать, Ваня! Из разных весовых категорий бойцы насколько глубоко. Точное попадание! Ну, нужно работать Ивану! Добивай! О, какие жестокие удары пропускает Филипп де Фрайс! Все козыри в руках. Да, у Ивана в тяжелом состоянии находится. Сверху находится Иван Штырков. Практически сверху с Ивана Штыркова. Ох, попадает сейчас Иван Штырков по Мессену. У нас борьба в стойке. Хороший бросок от Ивана Штыркова. Вот он пытается зайти и заходит в маунт. Иван никуда не торопится. А вот попытка перевода в парку. Вот и первая попытка в парку. Да,
попадать. И это тяжелое попадание. Я бы уже остановил нафиг. Извините за эмоции. И это досрочная победа от Ивана Шеркова. Такой молодец. Но на самом деле давайте пожелаем здоровья японскому бойцу, который оказался в очень тяжелом нокауте. В очень тяжелом.